Депутат Совета депутатов Химок Михаил Раев подал заявление в Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» для участия в предварительном голосовании. Народный избранник намерен выдвигать свою кандидатуру в депутаты Мособлдумы по одномандатному избирательному округу номер 23, в который входят Химки и Долгопрудный. Михаил Раев входит в состав Совета депутатов округа 20 лет и теперь желает продолжить работу по улучшению и родного города, и региона. На протяжении 20 лет я являюсь заместителем председателя комиссии по строительству и землепользованию. Также возглавлял комиссию по ЖКХ, поэтому все эти вопросы я досконально знаю, что нужно для города, что нужно для населения. Сейчас мы стали плотно общаться с Долгопрудинским округом. Есть общие планы по созданию новых транспортных потоков. Считаю, что я смогу во многом помочь и жителям городского округа Долгопрудный, и родному округу, и также родной Московской области. Предварительное внутрипартийное голосование – это возможность заранее определить кандидатов с наибольшим авторитетом среди жителей. Оно пройдет с 24 по 30 мая. Для Михаила Раева это возможность пойти на выборы, которые пройдут осенью, и сделать еще больше для жителей региона. Сегодня параллельно с работой в Совете депутатов Михаил Раев занят в проекте общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки интересно жить». Вместе с трудовыми коллективами, жителями города, он обсуждает инициативы по улучшению жизни в округе. На сегодняшний день их уже более 1000. В ближайшее время будет сформирован общий перечень инициатив горожан. Неравнодушные жители Химок смогут голосовать, определяя очередность их воплощения.